Жильцы домов по Ленина сегодня в нашу редакцию принесли фотографии, на которых они запечатлели работу строителей, ремонтирующих теплотрассу. Действо происходит напротив детского парка. Люди возмущены тем, как рабочие расправляются с некогда высаженными жильцами деревьями. Рубрика «Новости наших горожан». И уже сегодня первый замглавы администрации Андрей Касьяненко настоятельно рекомендовал коммунальщикам бережнее относиться к зеленым насаждениям во время ремонтных работ. Он подчеркнул, что все деревья, в том числе и на Ленина, должны быть аккуратно высажены на место.